Я не могу это сказать. Меня повяжут. И всех повяжут. Это слишком по закрытым каналам беру. Прямо из Питера. Какая встреча! Приветствую тебя! Ты умрешь вместе со мной! Окей. Ладно. А если у меня таунт? Ладно. Нет, это не очень хорошо. Монетки-то нету. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Окей. Молчать! Ай-яй-яй. Ложись! Блин, мне это не нравится. Что я должен сделать? Я могу делать Soulfire плюс Dark Bomb, но что-то как-то я не в восторге от этого фона. Ну да, я могу Quest Adventure там достать. Что-то не знаю. Как-то. Dark Bomb кинуть, и он меня убьет его. Ну ладно. Давай. Дай мне задание. Не хочу лишних ребят, учитывая, что АУЕ сейчас в руке нету. Примкни к нам, или одновременно. Так, я, наверное, тебя сделаю. Я не хочу и... Ладно, давай я сделаю просто тебя. Я не хочу Soulfire кидать, потому что... Ну, ужасно будет, если у него будет чардж. Если чардж, то это как провал. Ну, так фиг с ним. Давай еще что-нибудь достанем. Тут нормально. Это Soulfire вперед-вперед. Вперед-вперед. Ларгара, приветствуем. Неизвестно, взял ли он уже свой дектрекер или пока еще нет. Но приветствуем. Нет, все равно. Хорошо. 4-6 против его 2-3. У меня кракен на следующий ход. Какое яйцо, а? Никто не пощадит ладно. Наши секреты. Ладно, ладно, жду приказаний. Ладно. Мне кажется, могу достать тебя. Нет, это не очень хорошо. Soulfire я буду убирать эту штуку. Дело сделано.
Значит, а вот это три карты, я четыре карты сделал на свой счет. Я не привыкла так рано вставать. Найди мне единицу тогда. Ну да, мне же нужен Soulfire. Блин, неприятно вот так вот биться. Ну или не, или я действительно не буду так биться. Мурлок, а нафиг мне Мурлок, мне нужен Мурлок. Давай я достану. Давай сделаю. Не, я по-любому достану тебя. Я по-любому достану тебя. А это, ну, чтобы не выкинул, пофигу. Достану. Плохо будет Blazing of Kings, но ладно, я тогда Кракеном его убью. Оруженосец, со мной! Я готов, сэр. Если что, вот так убиваем. Так убиваем. Лучница. Ой, это наказан. Наказан, наказан. Так, мне нужно, значит, сейчас... Придумайте, как что мне как разбираться с ним. Да ладно, я. Не, ну к сожалению, мне тигра его убивает прям так ровно. Я убиваю только, мне убивает раз-два. Но не важно, я все равно буду делать так. Да, черт с тобой. Мне главное забрать стол, а если я забираю стол, то я выигрываю. А очень вероятно, что я забираю стол. Это, конечно, сильно, но в принципе это не важно. Что приказание? Ну да, он меня все равно убивал так, он мне. Единственное, что вот этот, вот эти ребятки. Что мне будете тебя, их будут убивать. Не. Тут, кстати, я не знаю, это неправильный удар. Я не вижу смысла, почему, зачем бить туда. Раз, два, три. Окей, я могу. Я не промахнусь. Тебя плюс два. Тебя демон в раз. Четыре. Правильно? Я не промахнусь. Давай. И теперь у нее беда. У дамаджа не работает. Тревога! Поднять щиты! Жду приказаний. Пожалуй, все же в лицо. Это у нас следующий ход будет. Твоя магия тебя не спасет. Ну, ладно. Ну и тоже с тобой. Не летало, нет, пока. Жду приказаний. Но я очень близок. Ульфрайдер летал, и все. Не дал даже побеймить. 7 побед. Победа. Там где-то 500 насыпают. Твоя душа будет моей. Четыреста хватит. Ну ладно, одна хорошая тройка. Да не так себе.
Не, ну второй раз я сегодня еще одну я точно не буду играть игру. Давай шадоболтом уберу. Шадоболтом. Да. Подслился. Да за сегодня так подслился. А так, в принципе, среднее было. Потрясающе. Ну, не парь, Уракс, ладно. Ну, тоже ладно. Особая доставка мне не нравится. Мне вот этот больше нравится. Гуля! Ну, Гуля так. Рубашек. Ну, серьезно, ты будешь бить? Ладно. Пас, хорошо. Здесь нас хорошо особую доставку сделать. Опять два можешь на следующий ход. Чего таращишься? Жиробас. Ну, да, вот это хорошо, просто жиробаса заблокировать единицей здоровья, это, конечно, всегда здорово. Ну, пятерка просто в темп. Да? Или не? Не, да ладно, давай. Ну, немножечко расстроюсь, если у него окажется Гуля. Или, не знаю, или Эрлинд. Ну, то что поделать? Жизнь, боль. Это наплевать. Да и ладно. Ну, не, я уберу раз, два, уберу три, уберу, достану тебя. Давай. Как-то так. Потасовку играл. Приветствуем Херона. Интересно. Ну хорошо. Слишком неприятный, конечно, этот типчик. Дай мне задание. Придется делать так. Не надо Кракена. Жалко Кракена. Другой, две другие карты было бы, конечно, намного лучше скинуть. Особенно Крашера. Он бесполезный. Ну, хорошо, значит, мой конь убивает твоего коня. А это не знаю, чем я. Он
место. А это от вот этой карты умрет. Ну, главное, не Кракен стоп с его стороны. Блин, это тоже плохо. Ну ладно, это... Это плохо. Это вообще ужасно. Блин, ну это, я не знаю. Ничего, как мне? Мне что-то можно как-то выиграть? Мне нужно, не знаю, Dark Bomb'а. Ну ладно, давай. Тебя достать, сделать тап. Лучница мне пойдет, Dark Bomb'а пойдет. Сенжин не очень. Ладно. Все равно надо размениваться ему 7-5 на. Ну, 6-6. Окей. Что за карта? Катартин. Тебя или тебя? Думаю, тебя. Может, я был неправ. Просто я посчитал, что меньше маны, и я могу на следующий ход сделать и их, и что-то еще. Ладно. Будь начеку. Моя душа будет моей! Спас. Давно я что-то Валерты не видел. Новая карта. Я вам покажу. В апокалипсис? Час Х, наверное. Как говорится. Ладно. Не так страшно. Итак, у нас есть. Загадает карта. Один три. Боевой клич. Если вы держите в руке дракона, раскапывайте дракона. Вполне солидно, я могу сказать вам. Ну, то есть, ну, похоже на престовскую карту. На синергию. Ну да. Это, наверное, для Dragon Priest'а даже получше будет, чем 1-2. Мне надо решиться. Да хватит в это верить, Играс. Ну что ты? Взрослый человек вроде. Юсерейд Даггер. Ладно, Юсерейд Даггер. Монетка ударит. Вроде одну карту на халяву забрал. Одну карту за монетку, скажем так, забрал. Что не очень катастрофа для меня. Сейчас-то у него закончится уже ремувал. Давай мне 5-4 на стол вытаскивай. Давай. Жду. Интересно. Да.
так много вариантов. Блин, и на него у него это. Что ты будешь с ним делать? Да. Давай. Конечно, неприятно, но ладно. Может, у меня закончится все же ремувал сегодня? Ну, хватит. Хватит ремувал. Нет, ну хватит ремувал. Бэкстап. Хорошо, ладно. Задание не выполнено. Особая Так много вариантов. Секундочку. Да. Привет. Так много вариантов. Так, такая штука неприятная. И вроде бы и убрать надо бы, а что-то как-то и жалко убирать его. Давай сделаем. Так вот. А надо ли мне так биться? Ну да, он меня убьет. Да, хорошо, я ударю так. Ну, пока 4-5 не очень страшно. На следующий год, ну, я не знаю, если уж прям совсем будет плохо, и так сделать. Конечно, не очень здорово. Если у него какой-то ассасинейт... Не знаю. Ассасинейт даггер, да, может быть. И... Окей. Да, мне убирают его. Надеюсь, ты мне его не уберешь. Ну, оставь мне хоть одного, хоть разочек. Да, придет сюда Болткин. Или Вульфрайдер. Вульфрайдер, Вульфрайдер Полушкин. Комбинушки? Комбинушки. Ну как же он без комбинушек? Угу. Я не хочу, чтобы мне его убивать. Трейл. Но все равно придется лицом биться. У нее реально вся рука была в ринге. Можно было бы его достать, сделать тап. И была бы вероятность, что умрет вот этот вот, но что-то как-то не очень. Мне кажется, я так тоже нормальный его сейчас. Привет из огромного мира. Аркуса! Ну, дарит меня по 4-2, по 4-1 я его убиваю. Даже если будет
Не, если будет форсирование, не убью. Ладно, плевать. Не, спасибо, не надо. Будет моей. Эти карты. Вот это карты. Вот, ладно. Если мне просто стреляют, я не против. Но я не против. Я вурдалака достану. Пускай мне его ремовывает. Я достану, значит, вот тебя и вилладжера. Окей. Да, пожалуй. Просто максимум угроз. Дать огоньку будет плохо. Продолжаем ломать лицо. Таунт прям вот очень много делает, конечно. Либо он стреляет в него, и он не может убить Гулю. Что же делать? Ну, либо я не знаю, либо все. Да, опять ты меня не ударишь. Видимо, нет. Снова не ударит. А, мы продолжим. Если бы у меня было еще меньше здоровья, я бы уже, наверное, бы даже двух отдал, чтобы только больше урона нанести Гулей. Видимо, фаербольчик. Видимо, фаербольчик. Да, потому что видно, что он не очень-то и рад этому движению. Да я дальше пойду лицо бить. Че, мне жалко стали? Flame Strike. У меня остается 4-1 плюс 1-1. Это еще 5 урона. Не, у него монет. Она у нее до сих пор есть как есть. Не, ладно, есть у нее монетки, вернее, еще, да. Вроде как. На второй ход он стрелял, на третий ход он делал это. В стелсе вот этого парня. Вообще всегда играет хорошо. Всегда играет в последнее время хорошо. Я не помню, вот за моментов, за, не знаю, 8 на моей памяти последних. Всегда было хорошо. Это чит.
сержант. Иди сюда и сражайся, трус! И что я делать хочу? Я нарваться на флеймстрайк очень жесткий. Или что? Не, давай я достану тебя. Иди сюда и сражайся, трус! Я единственное, что могу вот так вот ударить. Немножечко безопаснее. Да, и сыграть вокруг флеймстрайка. Хорошо, я сыграю. Я сыграю вокруг флеймстрайка. Может не... Не, да ладно, стоит. Так. One damage of lead. Время почти истекло. Ладно, давай сделай так. Давай сделай так. Окей, окей, окей. И, в принципе, если я делал флеймстрайк, ну, я достаю тебя, у меня все нормально, более-менее. Файербол? Да, немножко хуже. Ну да, наверное, ему нужно так разменяться. Для меня это все равно нормально. Да, что думает? Катя, что думать? По-моему, очевидный размен. Что же делать? Не лезь на руки. Ну да, видимо, здесь. Что же делать? Я больше не отвечу. Жду приказания. Будь начеку. Твоя душа будет моей! Вот, включил, выключил. Не знаю, почему меня не слышно. Мне должно быть слышно. Не имею никакого представления, почему. Мне до сих пор меня не слышно. Вот я сейчас много-много текста и жестикулирую руками. Это все потому, что меня не слышно? Да я опять же не понял, почему она вдруг стала не слышно, хотя у меня включенный микрофон и все там есть. Вот. Просто вот решил он, что... Не знаю. ОБС решил чуть-чуть заглючить. Ну ладно. Без ребятки, я надеюсь, обойдемся. О, это печально. А я тебя достану. Четыре шесть убрать не так-то легко. Да сходит, сходит. Саб. Нет, ночку не думал запилить. Давай, вот теперь у меня 4-7. Особая доставка? Мы должны очистить солнечный колодец. Да как-то не знаю. Не очень ты впечатляет меня. Ну вообще, да, мне желательно бы на микрофон. Я не против. Осталось совсем чуть-чуть. Что такое? Ну совсем мало осталось. Так, я могу...
Не, я достану тебя. Я хочу его достать. Вау! Вау! Ничего себе, как он меня просто размозжил практически. Вот. Ну, давай тебя, на двойку и тебя, наверное, сделаю. Давай. В общем-то, пока у нее есть вепон такой карточный, не способиный, можно и существ с единицей. Окей, изи демон вырос. А что еще буду делать? А больше делать нечего, к сожалению. Демон вырос очень крутой. Ну, давай, тап. Окей. Окей, лучницу я приберегу. Я могу лучница плюс бог на следующий сделать. Люблю налеты. Или надо шадоболт делать. Да, надо делать шадоболт. Шадоболт в лучнице, у меня остается 4 маны. Ну что-нибудь с таблетки мне придет, я надеюсь. Да нифига не придет. Ну давай. Делаем таб, значит. О, это нормально. Это сойдет, то, что нужно. А на следующий ход кракен? Нет, не открою. Мне кракен. Это не нравится. Окей. Ну да, больше сыграть-то нечего. Вот это попадалово. Я получаю синет, и у меня вообще все печально. Давай. Ну, если особой доставкой я попаду в кракена, то будет здорово. Ну, так, в общем-то, не нравится мне ситуация эта. Так много вариантов. Это такой битрейл? Не, особый достаток мне не нравится. 33% это слишком мало. Я буду делать так. Может что-нибудь еще мне? Нет, не очень. Ну, плохо, конечно, бога отдавать. Ну, а что делать? Жизнь боль, как известно. Эх. Прими лекарство. Ладно. Мне, значит, нужно... Hellfire мне будет очень неплохо. Wolf Rider. Кстати, это вообще отлично. Разобрался. Но, может быть, немножечко уже поздновато. У меня сейчас две карты. Довольно солидные преимущества. Что мне нужно? Мне нужно жрица и луна какая-нибудь. Мне бы реально сработало.
Плюс ожог души. Не. Ладно. Окей. Убивать мне будет? Значит, жрицы луны мне хорошо с табом. Так много возможностей. Не, я не выиграю, если я не сделаю это. Я, скорее всего, проиграл. Но здесь уже что делать? Да? Делать нечего. Какой-нибудь Hellfire мне нормально будет. Это сколько мне? Это единица долетала, да, мне остается? Да, ладно, хорошо. Мне нужен Hellfire, мне нужен... Может быть, мне нужен... Сайфонс, этот, ожог души. Не, не нужен. Жрицы луны. Жрицы луны, это у меня будет 5, 5. Я почти истекло. Ну так. Не, давай Hellfire. Мне только Hellfire меня, по сути, спасет. Давай. Ладно. Ладно. Потом. Я почти истекло. Услышь зов света. Нормальный топ-дек. Я готов. Топ-дек на пятерочку. Ну, это же меня уже ничего не спасет. Да, у меня 6 КП, он меня убивает. Окей. Okay. Да, я проиграл из-за того, что не было ответа на Кракена. Может быть, мне стоило плеваться Кракеном в Кракена. Вот это может быть. Да, мне надо было делать это. Я немножечко жадно сыграл, но там такой момент, что, в принципе, если бы... Не знаю. Я надеялся, что у меня нету ремувала. С другой стороны, плюнул бы я и нормально. Да, в общем-то, я сам накосячил. Я думаю, так. Здесь ничего не буду оставлять, даже трёх не буду оставлять. Блин, старт. Да. Ну ладно. Здравствуй. Приветствую тебя. Да. Интересно. Кто? 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 Делать нечего. Блин, реально вот вообще делать нечего. Ну ладно, давай Hellfire отдадим.
Такое. Неплохо сыграно. Ну, печально, да. Это печально. А, у нее нет ничего. Вот это хороший для меня очень момент. Потому что у нее нету ничего. Могу вогнуть раз, два, три сделать. Четыре будет. Угу. Хотя мне не надо делать. Я, в принципе, я могу так сделать. Я, конечно, очень много отдаю, но у меня останется 3-6 целый. Потому что была бы двойка, я бы, конечно, скинул с удовольствием, но нет. Дай мне задание. Это очень интересно. Ну, это его жалко. Ну ладно, в любом случае, если у меня остается вот этот парень на столе, то я лучше вот этих буду делать. Хотя очень мало вероятность, что он останется у меня. Я даже сказал, практически нулевая. Что в любом случае он отдаст все, чтобы его убрать. Что фаерболы, полиморфы, и фростболты, все на свете убивают. Серьезно, ты его не хочешь убить? Он не хочет его убить. Что? Ну, такое. Флеймстрайк, видимо, у него есть. Благо, я ему все равно хотя бы пропишу немножечко. Плюс еще отсюда еще пятерок будет. Поэтому нормально. Просто обязательно сейчас флеймстрайк. Я не верю. Если у него нету... Да, тут флеймстрайк. Потому что я не верю в ремувала. Он бы их обязательно сделал. Окей. Можно было бы морлоков сделать, но нет, не серьезно. Мне нужно что-то посолиднее на столе. Две маны уходит на него. Ага. Ну ладно, черт с тобой. Как сделано? Следующий ход можно все выложить. Ну да, ему снова АУЕ какой-то делать. Ну, кстати, не факт, что сейчас он будет делать АУЕ. Не такой страшный стол. Вот сейчас, наверное, самый лучший момент, чтобы попытаться вернуть его. Что же делать? Ну, хотя, ну да. Прошлый ход тоже был хорош. Но он достал вот этого парня. У меня было 8 маны, и он единицу маны в никуда, да, потратил. То есть шестерки у него, видимо, нет, который 5-5 плюс тройка. Либо он просто побоялся. Делать. Моя работа крайне важна. Это не очень серьезно. Пока что. У меня кончается время. Шадоболт это здорово. Я, пожалуй, буду бить лицо. Потому что Кракен его убивает.
Серьезно? Он столько его держал и не кинул даже на квест Адвенчер? Жадина. Жадина, жадина. Набили сержант его убивает. Ну давай тап. Давай, я чуть безопасно сыграю. Я не против, чтобы он мне так бил. Лучница. Может, да ладно, хорошо, я лучницу могу достать и выставить лицом. Неплохо сыграно. Ну что, два фаербола не может быть. Дать огоньку. Ой, это плохо. Это плохо. Ну ладно. Да, это очень плохо. Северные волки готовы к бою! Ну, я могу его убрать. Я могу достать его. Да, давай сделаю так. Нифига себе, я рискнул. А ничего, что вот он мог умереть? Это я вообще какой-то халявщик, я честное слово вам говорю. Это, не знаю. Я что-то решил, что его уже нету на столе. Не знаю почему. Но. Неплохо сыграно. Ну ладно. Это партия за тобой. Нахалявил дичайше. Моя душа 6 часов. Будет моей! Ну, ладно. 2-3 есть. Какой счет-то? Так, счет. 0-0. Спартак. Ну, Краснодар 3-0. Нормально. Вот Краснодар нормальная команда. Спартак это просто провал. Как таким быть мы? Не знаю. Непонятно. Я им покажу! Я им всем покажу! Покажи. Окей. Ну ж никто ее не обновляет. Зачем ей обновляться, если она не обновляется? Никем. Ну что, я могу что-то болтом убрать. Хотя это мне не очень-то и нравится, если честно. Ну ладно, да, я уберу. Почему? Потому что у меня есть бомбометатель. Бомбометатель, он хорош. Сейчас надо забить. Да они три, они первую игру с 3-0 выиграли, и сейчас 3 забили. Че? Пускай сбивает. Их это вообще не волнует. Найс. Не такая себе шестерочка, конечно. Ну, я, наверное, с Энжина плюс тап сделаю тогда.
он следующий ход. Плохо будет, если шестерка, которая 5-5. Пристроит он. Ладно. Медленный ход. Медленный ход для меня хорошо. Но зачем этот, делая медленный ход сейчас, он делает медленный ход следующий, потому что нужно убирать его. Ну, не медленный, но ему нужно, значит, ответ искать. Просто флеймстрайк ему не подходит. Может, он с Деликом. Черт. Я отвечал, что. Да и хрен с тобой. Все, ты им хочется помочь. Евреи дурашки. Поет. Ну давай. 225 золота. Заказ такой же был у нас. Хорошо, хорошо. Именно столько мне нужно, еще 150. Ну ладно, и бустер хотя бы.